Привет, привет. Сегодня у нас пятый день занятий. Сейчас посмотрим, чего у нас есть, чего сделано и чего предстоит сделать. Вчера угол этот почистили. Очень красивые листья там. Сейчас я поближе подойду, покажу вам вблизи его. Вчера вечером, еще после того, как попрощался с вами, мы еще почистили чуть-чуть. Первый слой сняли, там, белые там, эмульсионки. Вот, вот так, не в счет, это ни о чем, это все просто. Так, сейчас поднимемся сюда и посмотрим здесь кое-что. Взберемся сейчас вверх. Вот наш угол. Вблизи наш угол. Справа дубочек, слева лавр. Ленточки, все такое прям живое, прописанное. Он очень крепкий, этот угол. Если на него направить свет, у меня сейчас нет света с собой, он прям гладкий-гладкий, крепкий-крепкий, он очень хорошо загрунтован. Загрунтован, естественно, олифой горячей, прям прочный такой угол. Хоть и протечки здесь были, но ни одной трещины я не вижу. Вообще, трещин на нем нет. Ну, вот только вот это вот примыкание. Ну, это нормально совершенно. А сам он целый, абсолютно целый. Сейчас покажу вам эти лавровые вот эти вот листья. Вот. Это лавр. Лавровый лист такой. Вот тут углубления какие. Все выделано хорошо. Проделана такая мощная работа модельщиком, кто делал. Угол закрыт ленточкой. Здесь ленточка в углу. Вот, чтобы соединение спрятать. Вот так это все выглядит красиво, очень красиво. Все прояснилось, проявилось. Для такой высоты, там 3,50 и такое качество моделей, это очень круто, очень круто. Правда, она поцарапана, почему-то была поцарапана. Видимо, не запаривались с полем. Она же была под побелкой, планировалась под побелку, поэтому они не запаривались. Есть царапины. Все, это не мы наставили царапин таких. Старые царапины. Ничего-ничего. Вот, как поцарапано. Вот тут. Очень сильно поцарапано. Ну, подшкурим чуть-чуть, возьмем. Это ни о чем. И все, казалось бы, легко, но нет. Но нет, но нет, но нет. Потому что у нас черная, старая, добрая советская замазка. И у нас противостояние. Немецкая смывка против советской замазки. Вот попробовали чистить сухую. Тяжело, тяжело чистится. Хорошо она всегда хорошо сидит, эта черная штука. Эксперимент в чем? Здесь намазана БАУНИ смывка, да? Смывка намазана просто на нерасчищенную поверхность. То есть здесь слой толстенький эмульсионки. А здесь она расчищена эмульсионкой. И только вот эта вот черная штука. Вот она, и вот же она под смывкой. И сейчас вместе откроем, посмотрим, какой результат. Кто победит, немецкая смывка или советская замазка? Давайте смотреть. Возьму инструментик, ножик обычный, да? С советским ножиком. Двое против одного. Ну, попробуем сейчас. Поехали. Открываем компресс. Фух. Ну, естественно, она эмульсионку взяла. Это к бабке не ходи. Вот, эмульсионка прекрасна. Счищается, правда, с некоторым трудом, вот, но она счищается. Под ней шпаклевка, вангую шпаклевку, вот, гипсовая шпаклевка, и дальше уже вот начинаю скрипеть, это уже известковая штукатурка. Так, ладно, понятно, эмульсионку-то смывка не видит даже, это все просто для нее, вот, хорошо идет. Попробуем теперь ее саму. Да, она идет. Она идет. Не так быстро, как хотелось бы, но. Но. Надо сделать вывод какой-то. Вывод будет такой, что на поверхность потолка тратить дорогостоящую смывку бессмысленно. Сюда. А здесь она везде. Она вот здесь черная.
Вот здесь поцарапали, попробовали, тоже черная. Она тут замазана розетка кое-как, непонятно. Вот здесь ее нету на розетке, а вот здесь она уже есть, вот темная. И вот здесь, возможно, есть, скорее всего. То есть она местами. Поэтому плоскость потолка целесообразно просто чистить стандартно ножом. Даже если где-то там потолок я поцарапаю, это безразлично, потому что потом будет покрытие. Здесь будет шпаклевка, штукатурки всякие, все что угодно. То есть если я даже поцарапаю этот потолок, это не страшно. Будет очень большой расход смывки, если мазать просто тупо прямой потолок. Смывка, кстати, сейчас подорожала с евро. То есть и евро подорожал, смывка подорожала, и сейчас 5 литров стоит уже 6 тысяч. Как бы только для лепнины. А, вон, кстати, на лепнину попало. Сейчас попробую лепнинку подчистить. Как оно? Как вы себя чувствуете? Замечательно. Замечательно, прекрасно. Идет на ура. Ну, чуть-чуть более так надо. Аккуратнее. Отлично, отлично. Она сходит. Констатирую полную победу немецкой смывки. Так, помыли мы второй уголок. Это первый раз. Еще надо разок проходить. И я хочу вас познакомить еще с одним кем-то, чем-то. Вот что. Вот. Песчаный звук. Вот гипс. А вот песок. Вот звук гипса. А вот песок. Песчаный звук. Еще здесь покажу. Вот. Такая липушка, да? Так вот, познакомьтесь, это соль. Какая-то минеральная соль. Кристаллы соли. Были протечки. И образовались здесь такие как бы кристаллики. Это стандартно для фасадов, а для внутрянки, внутри это бывает редко. То есть здесь протекало периодически, и поэтому нужно эту соль убирать. Также механически счищать, а потом по всей поверхности пройтись каким-то антисолью какой-нибудь, да и все. Так, у нас тут жесть. Все замазано этой черной замазкой. Но, так как она намазана тупо на мел, ее возможно содрать. Смывки будет страшный перерасход. Вот если несколько раз проходить, то она в принципе снимается, эта черная штуковина. За несколько проходов водичкой все нормально снимается. А смывку сейчас намажешь, все, она сработает, но будут сопли, реально будут сопли. Потом надо будет вымывать, тут лить воду туда, все. Я не знаю, что быстрее, поэтому выбрали простейший вариант, просто водой. Просто водой. И это вся вот часть комнаты полностью в этой черной штуковине. Ужас, ужас. Тут квадратов 5, наверное. Не знаю, не знаю. Будем мучиться помаленьку, что делать. Но она снимается. Она снимается вот здесь. Тут даже нашпаклевано чуть-чуть. И шпаклевка, в принципе, отходит. Потому что ничего не грунтовалось. Прям на мело не мазали и все. Сейчас покажу поближе. Вот видно лужицы такие, водички. Тут смачивали. Она не пропускает как-то или слабо пропускает воду, но спасает то, что она намазана на шпаклевку. И сначала это зашпаклевано, поэтому можно делать вот так. Как-то ковырять то, что ковыряется, по чуть-чуть вот. Все равно эту шпаклевку надо было бы удалить. Даже если бы мы смывкой намазали, все равно надо было бы шпаклевку как-то удалить. Ну вот она срезается, просто тупо срезается и все. И это ковырять надо.
А вот здесь не очень. Здесь не очень. Но если смочить, то она получше пойдет. Ну, как-то будем мучиться. Так что вот такой у нас пятый день получился сложный. В общем, вот такое оно все. Тут комната жесть. Комната жесть. Здесь была сплошняком какая-то краска. Потом алибастр. И вдобавок еще вот эта черная движуха на шпаклевке. Она везде на розетке. Скоро мы уже домой пойдем. Пятый день наш кончается вот так. Нет, шестой. Все нормально. Пятый и шестой. Или четвертый. Я первый день снимал. Вы мне весь выпуск.